Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Цветовод. Сегодня посмотрим завоз цветочков. Сразу скажу, это еще не весь. Есть еще другие стенды. Так, роза 139 гривен. Вот такая пышная, махровая, полная роза. Редко вот именно такие бывают. Обычно, ну, вот такие маленькие бутончики. А тут прям крупные. Друзья, ананас. Вообще чудо-чудное. Ананас. Так, а цена на него? Сейчас поищем. Ананас 449 гривен. Вот такие ананасики уже там сформировались. И рядышком нефролепис по 149 гривен. Кстати, необычные нефролеписы. Вот такие у них ваи. Пышненькие такие, кучерявенькие. Красивенькие. Так, джункус 149 гривен. Такая травка. Бегония. Бегония это, наверное, клубневая, я насколько понимаю. 189 гривен. Это вот такая цветущая бегония. Так, сзади это гусмания 259 гривен. Вот такие оранжевые, желтые и даже ближе к красному. Так, гортензия 349 гривен. Пышная, классная. Это более голубая. Вот это была более сиреневая. И пышные такие, набитые цветочками. Классная. Так, замиокулькас 359 гривен. Крупненький достаточно. Вот такой. Еще не пролепис, но другой. 177 гривен. Эти крупнее, чем предыдущие. Но это более такая знакомая всем форма нефролеписа стандартная. И орхидеи. Орхидеи по 299 гривен. Вот такая бордовенькая. Сзади венозничек. Вот такой беленькая. Ну, стандарт такой белый. Так, что тут еще? Ну, вот это вот тоже бордовенькая, такая же, как вот это спереди мы посмотрели. Опять такая бордовая. А сзади эйфория, орхидея. Так, сейчас обойдем еще с другой стороны. Тут огромные фикусы по 359 гривен. Вот такие прям деревья целые, стволики мощные. Мощные, тут было несколько ростков. Вот связаны, видите, они скреплены, чтобы они срослись. Фикус написано Golden King, Бенджамина. Бенджамина Golden King. Вот такой сорт. И к орхидеям. Опять-таки эйфория. Нежная розовая. Сейчас посмотрим ее. С крапинками внутри на сепалиях. Ну и, в общем-то, снова бордовая. Снова белая, все повторяется. Еще фаленопсисы. Вот этот сзади венозничек такой, но не такой, как предыдущие. Темная бордовая, беленькая. Кстати, вот часто орхидейки в магазине с такими точечками на своих лепесточках вижу. Мне кажется, это либо грибок идет, может ее мокрую пересылали, транспортировали, и вот так либо такой отек проявился так на орхидейке. Вот это очень красивый сорт, яркая такая. Сзади еще желтенькая орхидейка с малиновой губой и беленькие. Так, гордыня 359 гривен, но подвявшая, вялые бутончики. Пышные, конечно, кустики, но, к сожалению, не политы. Драцена маргината 169 гривен. Такая вот драцена. Драцена 199 гривен. Это, я так понимаю, лимон лайм, наверное, сорт, не подписан. Рядом еще вот такая кучерявая драцена. И вот такая драцена. Все по 199 гривен. Пахира 199 гривен, у нее стволики мощные,
видимо, были срезаны. И потом пускают вот такие ростики красивые. Фикус не вижу цену. Но это такие пышные кустики. Тут тоже срощенные стволики, косичкой заплетены. А сверху шапка, как будто на штамбе. Сансивьерия 259 гривен, сорт не написан. Вот такая зеленая, среднерослая, до 30 сантиметров высоты. Розочки есть со скидочкой минус 50, стоили 139 гривен. Сейчас можно приобрести половину дешевле. Минус 50 саланум стоил 199 гривен. Это вот такие оранжевые шарики, когда поспевают. Так, платицериум 299 гривен. Необычные листья, шершавенькие на ощупь. Фикус робуста 199 гривен. Вот такой фикус. Рядышком это кто у нас? Хедера. Необычная хедера 179 гривен. Прям как у нее одеревенелый такой стволик. Не похоже на обычный плющ. Ялына коника 149 гривен. Елочка. И рядышком, не могу даже прочесть, калоцефалос. Вот такое растение, 48 гривен. Огромнейшее каланхое, 359 гривен. Ну, оно уже доцветает. И маленькие каланхое по 99 гривен. Хлорофитум тут, кстати, стоит. Спатифилумы вот такие мини, с мини-цветочками, 179 гривен. Драцена кост, вот такой ствол, 199 гривен. И такие шапки. Так, ну сзади крупномеры, фикусы лирата, драцены, юки и фикусы вот еще вот такие. Ну, до цены я их не доберусь. По орхидеям вот такой пятнистик. Похож на польку доц, но у польки доц покрупнее пятна. Алмазное небо. Это все по 299 гривен. И сзади вот такая лиловая, я бы ее назвала, орхидейка с беленькой серединкой. Цвет очень приятный. И дальше идут миди и мини-орхидейки. Давайте посмотрим вот этих миничек. Здесь даже у некоторых, по-моему, были пробиты сортан. Тут вот не пробит. Так. Мини. А, Hawaiian Plant. Это фирма. Это не сорт. Вот такая мини. Бордовенькая. Оранжевая мини. По-моему, вот это... А, нет. Вот другая будет оранжевая. Если найду, там сорт был пробит. Беленькая миниатюрка. Похоже на Snowflake. На снежинку сорт. Так, бордовенькая. Это уже по миди орхидеи побольше немножко. Веножничек. Вот это, по-моему, сорт балзана. Да, балзана. Оранжевая такая орхидейка, яркая. Так, вот это еще. Вот такая мини. Миди, вернее. Black Currant. Мне подсказали, это черная смородина. Спасибо, кто мне написал. Так, еще кактусы вот такие. По 199 гривен. Этот прям с голубоватыми оттенками. Этот похож на опунцию. Ну, кто разбирается,
Эхиногрузон написано. Не знаю, какой это именно из них. Кактус микс. По 229. Наверное, вот этот крупный дороже, а эти по 199. А вот фикус саман. Вот такая хидера, 169 гривен. Ну, она в печальном состоянии. Так, диффенбахия, 199 гривен. Вот такого сорта. Вот тут посвежее. Такие красивые у них листики. Сейчас, чтобы я тень не создавала. Сзади тоже замиокулькасы, но мы их уже видели. Это вот ктенанта, но цены, к сожалению, не вижу. И еще есть вот такие алоказии. Ну, тоже они какие-то засохшие. Их не полили и не подсохли. Антуриум розовый. Очень интересные кустики. Красивые. Сзади вот это фикус, забыла, или Аудрей, как-то так, или Андрей, не помню, как называется. Так, хлорофитум, 139 гривен, ну, тоже подвявший, с оранжевыми такими бликами. Вот это опять-таки маранта, 159 гривен. Все подвявшее, все не полито, что за беспредел. Драцена по 169 гривен разных сортов. Пальма хамидорея 199 гривен. Пышные крупные пальмы. Так, сзади фикусы бедные, доходяги. Фикус бонсай гинсенг 399 гривен. И огромные фикусы сзади робуста 199 гривен. Ой, 299 гривен. По орхидейкам опять-таки вот это лиловая, бордовенькая, мы такие видели, королевская огромная, у нее сзади такое розовое напыление, но она вот в два раза выше обычных орхидей, огромные прям лопушочки, цветы. Так, ну вот беленькая со скидкой обычная. Эту еще раз посмотрим. Мне очень нравится цвет. Так, фикус тенеки эластика 169 гривен. Драцена 169 гривен с вот такими стволиками. Фикус саманта 459 гривен, пышная, со сплетенными стволиками. И кактусята. Так. Еще раз обзорчик по миничкам. Мы, в принципе, везде посмотрели. Вот такая. Много интересных. И хавортия 199 гривен. Ее даже вот с таким напылением снежок сделали. Ну все, всем спасибо за просмотр, друзья. Поддержите лайком.